Ребят, всем привет! Мы сегодня с Игорем Гудом играем КСДМ. КСДМ-очку. Вы просили, короче, надоел паблик, плачете, ноете. Вот Counter-Strike КСДМ. Да. Я какой-то пулемет поднял, меня убили. Слушай, а почему все светятся таким цветом красным, я их прострелить не могу? Не знаю. Подожди, а блин, почему меня убивают, а? Ну потому что здесь надо так убивать, Игорь. Тут своих да. Можно убивать, что ли? Нет. Так я еще немножко не освоился. Он с мечами джедай на меня. Ой-ой-ой! Они тут все джедаи какого-то хрена. Пушку поставили, гасили. Вижу, меня. Вижу, вижу. Ты со мной, здорово, здорово. Вот ты, узбек. Узбек, это ты? Нет. Подожди, а ты узбек? Нет. А ты узбек? С чего я узбек? Я не узбек, а ты узбек? Я пиу-пиу, у меня написано пиу-пиу. А я плеер. Я думал, ты узбек. Нет, ты... Ну там... На, вынести, па. Ой-ой-ой! Ну, они тут пушку типа сделали. Я вообще не понимаю, что происходит. Ребят, в общем, вы просили поснимать... Вы бы лазер дали! Вы просили поснимать контру? Я снимаю контру. Я снимаю... Надя, вот это у меня пушка, ты бы видел, у тебя бы встал! Да ладно, ну подожди, мне нужно сейчас чуть-чуть чувствительность мыши подтянуть, вот так вот. Дракон летает на небе! Где? У меня нет. Но он был, я тебе вру. Ой-ой-ой! Тут, короче, админ Оби-Ван Кеноби бегает и всех режет мечами. Да? Да, мне кажется, у него брони больше, потому что он не прострелился. Ты Звездные войны смотрел? Нет. Блин. Я смотрел. Это просто необычный чувак, не просто синий, а такой с бородой дед. А у меня скины отключены. Вот. Понятно, то есть ты даже админа не распознаешь, да? Вот, я убил его. Бородатого? Я не знаю, у меня отключен этот. Капец. Надо включить, да? Да, так. Чтоб ты понимал, кто админ, то нет. Мини модел. Может быть, сейчас разоблачение запишешь на админов, как всегда. А чё он красный? А чё? А, тут натуре, тут, короче, все такие джедаи вот эти. Да, вот, да, да. Бородатые. А у меня были стандартные выключены. Понял. Вот эта тематика интересная. Сейчас ты и бородача увидишь. Блин, там пушка валяется, можно взять. А как ставить пушки? Не-не-не, там... Поднять дробаш мощный, салам алейкум. Вот смотри, сейчас Синистер был с бородой такой, как админ. Но при этом я его с одной пульки вынес, так что может он и не читак. А нет! У него больше, чем у всех, мне кажется. Вот это у меня пушка, ты бы видел. Да где ты? Это ты вот на зиге? Иди на зигу приди. Ну-ка покажи, это их разбиваешь на куски? Да. А как ты это делаешь? Где ты ее взял? Подобрал. А ну давай. Вот, ты их шатаешь так. Офигеть! А это что за луч? А, там тоже луч, увидел. Да. Блин, а где ты ее взял? Я тоже могу такую найти, да? А, да-да, они... Вот-вот джедай этот. Убил в голову его. Блин, Саня, а я чуть не вижу, где эта пушка. Нету ее у меня. Она подбирается на земле, говорю. С трупов? Не знаю, просто на земле. Смотри, да, наверное. Трындец. Просто мясо-мясо-мясо снимаем. Настоящее мясо. А разброс здесь безумный, заметил? Да-да-да, нормально все, как там. Нормально. Меня заморозила эта пушка, офигеть дамажит. Вот-вот, выпало, оно по карте, короче, рандомно падает. О, маленькие мои. Теперь моя очередь. Они рандомно, эти пушки, спавнятся, короче, их берешь. Я взял какой-то, приди на КТ-базу. Сейчас, меня пушка зажала, Сань, не могу еще выбраться. Быстрее. У меня Гаусс, базука. Тут, короче, червяк какой-то вылез. Куда прийти, на теров? На КТ-базу. Это затруднительно, бегу с теровской базы. Ну умрешь сейчас, приди, я тебе покажу свой ствол. Слушай, я не хочу ствол, это я тебе покажу свой ствол. Это я тебе покажу первый, понял? Блин, не могу, ты жди меня, главное ты не умри. Я к тебе приду. Я жду. Ой, я на КТ-базе. Где? Не вижу. Вот он. Смотри, у меня же есть. Охренеть. А ну пойдем, покажешь его в действии. Ты мне даешь. Я его скинул, он еще. Я все свое оружие скинул. Осталось одна граната и мечи. Пошли гранату в яму кидать. Там аккуратно, там бомба стоит. Даже гранаты нет, бомба стоит, это пушка. Поставить дроид, лазерная мина. Давай лазерную мину поставим. Лазерная мина? А где? Меню на какую? На М. На М. О. Так. А чё тут? Один. Я хочу сейчас поставить, знаешь что?
Раздатчик есть, надо раздатчик ставить. Нужно поставить лазерную мину. Я какой-то то. Так как эти лазеры убивают жестко? Ой-ой-ой, да они сразу разрезают. Да. Они в яме понабились, их армия там. Да. Пойдем вместе туда сейчас сходим, это расшатаем. Они не только, они уже вон. Они на зиге, на везде они. А у меня ранг орк, понял? О-хо-хо. У меня тоже. Хочется поднять ранг, не хочется быть орком. Так, тут оркером. Не хочешь быть оркером? Не-не, пушку вроде взорвали. Да, пушку взорвали. Ты, короче, увидишь, такие чемоданчики лежат по карте. Вот подбирай их. Понял. Там какой-то чмошник постоянно в одном и том же месте ставит это, пушку. Ага. Около ямы. Причем вот один и тот же я заметил. Блин. Чё такое? Я хочу к яме попасть. Меня зарезали. Глянь, дурачок не смог меня прикрыть. Вот маразматик. Бля, сидит, он щит поставил как-то. Ну, щит есть такой, на, в меню, на М. Ну и чё? Ставь щит. Меню установок. Почему? Дроид, лазер. Поставить щит, вот. Нашел чемоданчик. Сейчас с каким-то... У меня нету этого денег. Я потратил на... Ой, я пулемет получил какой-то. Вот, это как раз чемоданчики вот эти. Ой, лазер какой-то. И меня взорвали чем-то лютым. Недолго, да? Дракон! А дракон дерется, нет? Дракон? Увидел, наконец? Да. Интересно, он атакует? Смотри, он огнем каким-то дышит. Только на людей интересно. Я видел, как ты тут залипал в небо. Я сзади иду. Вот, а ты, да? Вот Лавр. Сзади, Саня! Он тебя прирезал. Это Оби-Ван Кеноби был. Да пофиг. Я нашел дроп. Сейчас хоть бы что-нибудь годное добыли. Какую-нибудь бомбу разрывную. О! Чего там? Дробар какой-то жесткий дали. А ну-ка. Я на КТ-базе сейчас. Меня зарезали. Откуда вот он там взял сообщение, выкупая? Оркер какой-то. Ой, я рядом с тобой. Мне осталось немножко, чтобы не быть орком. А я человек уже, все. У тебя написано орк. Человек? Да, я человек. Ты киллов, наверное, много сделал. Ну, наверное. Тут как вы берете? Так, сейчас хочу лазерную мину вертикальную поставить. А нет, горизонтально. Есть, я поставил горизонтальную мину. Всем просто трындец. Меня разорвали. Жалко, что эта пушка не падает. Ой. Кто-то стреляет, как безумец, слышишь? Дали пулемет дадули. Ого, он тоже нашел? А мне дали какой-то пулемет бешеный. Он раскручивается и всех насилует. Очень как-то не очень звучит. Слушай, а дракон по нам стреляет. Да, раскручивается. Давай договорим. Дракон вижу летает. Раскручивается, всех насилует, не очень звучит? Ну да. Капец. Я представляю, такой голый, короче, с силданом крутится. Жесть, я дроида поставил какого-то. Владелец пиу-пиу. Давай тут жить теперь. Надо раздать еще поставить. Давай. Я вот тут мину поставлю, чтобы там не выскакивали. О, вообще ты гений. Нет денег на создание катушки. Убил. Хорош. Давай быстрее, хорош нюхать стену. Нет денег, нужно 2500. У меня 1600 только. Сейчас я одного вынесу и поставлю. Как окончалось 1500 твоего дроида? Ты должен не сдохнуть, стой в углу. Понял. Если дроид исчезнет. Хорошо, мне осталось 50 монеток только. Есть, он мне добыл монетки. А, вот он убил сейчас. Прикрывай меня, Сань, поставлю мину. Давай. Отлично, он всех убивает. А, сзади. Появился сзади. Осторожно. Его сняли. Жду тебя здесь же. Слушай, мы прям начинаем тащить. Я сейчас как появлюсь там, так и... Давай. Пока что я... Мой дроид шатает их дроид. Он им прям шапалаха дает, представляешь? Хорош. Я бегу. Уровень 4, дрона прокачали до 4 уже. Живи, купи себе хп, сейчас базука прилетит тебя. Чего убили? Капец, Сань, у нас дроид 4 уровня. А, живи. Я живу! Вася! Дракон меня убил! Офигеть.
Он, оказывается, прям убивает. Вот, я тут, здравствуй. Блин, прикрывай, Санчо, я лазерную мину хочу поставить. Подожди, не надо, не надо. Блин. Спрячься, говорю. Я спрячься. Спрятался. Раздатчик надо поставить. Я же хочу. Так, раздатчик. Вот, ставлю. Давай. Хорош, Саня. Прокачай его. А как его прокачать, скажи? Подойди просто, нажми. Как ты? Прокачал, горим? Прокачал. Мы сейчас сдохнем. Он нас хилит, хилит, раздатчик нас хилит, мы живем. Раздатчик хиль нас. Он второго уровня. Да, ну ты прокачал, потому что его... Третий уровень я прокачал, нет, не прокачал, ни хрена. Все, тут сидим, главное этот, надо чтобы... Надо блин, а я могу еще одного дроида поставить? Не знаю, я ну тоже могу, тоже, наверное, поставить, с другой стороны надо где-то. Офигеть. Ну слушай, а мы сколько прям... дроид стоит, дорогой, наверное? Недорогой, ни хрена. Он стоит всего лишь 200. А, у меня нету 200. Давай щит поставлю нам. Так, ладно, мне, в принципе, ты тут будь. Так. А я, ну, там, да, себе щит там поставь в уголку где-нибудь. Ой, да, я щит себе поставил, офигеть. А я пойду повоюю чуть-чуть. Давай, чуть денег заработай там, Олег. Да, я заработаю денег и вернусь тоже чем-то. А подожди, а раздатчик исчезнет, если я умру? Я не да, помню. Если ты умрешь, раздатчик исчезнет. Тебе не тоже факт. Сюда надо. Не факт, не факт. А мне кажется, ну ты же сказал, раз этот исчезает, значит ты раздатчик. Ну, есть такие сервера, где этот раздатчик не исчезает. Фиг как ой. Знает. Ты умер? Нет. Тип стреляет, вопор убить не может, понял? Ну, сейчас и проверим, исчезает или нет. Я дроида, кстати, поставил в таком месте хорошем, что он всех выносит. Раздатчик, кстати, прокачали. Ой-ой-ой, я видел до третьего. У нас какой-то предатель есть! Он красного цвета! Ну и чё, лазер, надо и... Надо еще этот... Прокачивать еще. О, меня взорвали. Исчез? Да, исчез, Сань. Ладно, я приду, сейчас еще поставлю. Давай. Бля, тут все подтянулись такие, понял? Ага. Охраняем, челики, охраняем дроида. Не могу почему-то. А, не знаю, не могу раздатчик ставить. Вы поняли меня? Охраняем дроида. Они его как-то хилят, он так ту-ту-ту-ту. Ты раздатчик. Сейчас попробую. А вдруг дроид исчезнет? Может такое быть? Нет, 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 нет. Не хватает, 2500 нужно. Как это 2500, если он а стоит? А написано, это потому что баги на серве. А-а-а. Ой-ой, без раздатчика очень плохо, Сань. Я сгорел. Есть. Почему? Дроид убивает всех. Меня убили, дроид исчез! Какой-то жесткий чел меня принял. Капец. А что ты за щитом не прятался? Я спрятался за щитом. О! Тут вообще такая замесина. Все, пойдем деньги зарабатывать. Да, надо фармить. Потом давай много нафармим, и тогда будем ставить уже все. Хорошо, давай. С тебя сотка. Ой, меня размотали. Ой-ой-ой-ой. Мы поставим, но это уже будет совсем другая история. Огромное спасибо за просмотр. С тобой был, как всегда, Игорь Гуд от TED с Counter-Strike. Я возвращаюсь в игру, так что ставь лайк. Увидимся.